Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в федеральный суд столичного округа Колумбия, где ему будут предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Трампа формально арестуют на время участия в заседании. Политику инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Тогда Трамп уступил Байдену. Экс-президент утверждал, что его соперник одержал победу из-за фальсификации итогов голосования. На фоне этих заявлений сторонники Трампа ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты выборов, и на несколько часов захватили здание. Трампу грозит до 50 лет лишения свободы.